полка, вся вот верхняя полка, вся 2017 год. Свежее, да, вот это? Да, совсем свежее. Это в основном все материал с карьера Светлинского, пигматитового карьера, светлый. Так. И только там в углу вот два образца, которые с других точек. Аметист североуральский и гранат шеленского карьера. Тоже все 17 год. Понял. Ну, я сейчас сфотографирую все, а то на камеру тут не очень берется. Здесь просто коллекция гранатов с разных мест, с разных годов. Что-то подаренное, как, допустим, вот синереческий образец. Мы там не были, но один из близких друзей подарил остальное. Копанное, самостоятельно. И демонтоиды, и топозолиты, и дендродиты, овнивские гранаты. Можно ехать там в маршрут выходного дня на пионеров. Они же полевые шпаты. Вау. Всячески разные. Отлично. Я здесь выставка как бы Немцова, не моя вообще. Не знаю. Не, моя выставка будет в этом году. Но она будет не здесь. Самых старых у нас Илья. Все-таки это и режиирующий Никиты. Ну, нет, самый старый там я вообще там до моего рождения еще дома. Я вот на вас смотрю, мне просто все, что замирает. Какая легенда же вообще. Я помню, это самое, на богатом болоте приехал, что-то по-моему, у меня было еще это самое. Да, и это самое, и мне, я такой смотрю, Шуф, я такой, а чей был Шуф? Так Александра Немцова, наверное. Нет, именно вас напоминали. Возможно. Абсолютно. Сели в серые разрушенные граниты. Сколько не били вниз, а там как-то ничего и нет, там поверхность плоская, сколько там праздник. Ну, все равно скажу, что меня очень сильно подправляли. А вот это откуда, я не понимаю, вот это? Это, наверное, все рубаховское месторождение, да? Я плохо вижу сейчас. Вот. Ну да, это вот. Это какой да? Карьер-то называется? Шилия. Это Шилинский карьер. Знаю, это у Фалей Шилинский карьер. Вот это вот, очень, да, очень там, хороший ковырял. Да? Нет, ну это не совсем гематит, а это именно мушкетовит.